Косуля – парнокопытное млекопитающее и семейство оленевые. Широко распространена европейская косуля в лесах Европы, встречается и в Передней Азии. Другие виды косули можно встретить в степях Азии, полупустынях Африки, также распространены косули и в Америке. Приветствуем, с вами канал Узнавай, сегодня мы расскажем некоторые интересные факты о косуле. Начнем с того, что косули считаются древнейшими представителями оленьих. Самые старые найденные остатки косуль имеют возраст 40 миллионов лет. Косуля меньше размером, чем олень, и редко весит более 35 килограмм. Тело ее более крепкое и сбитое, чем оленье. Рога носят только самцы, и растут рога довольно медленно, но с годами увеличивается количество отростков. Передвигается это быстрое животное эффектными прыжками, длина которых может достигать 5-6 метров. Со стороны кажется, что ноги косули снабжены пружинами, настолько легко она взлетает над землей. Во время бега косуля может развивать скорость более 50 км в час. В летне-осенний брачный период самцы европейских косуль часто издают низкие утробные звуки, похожие на грубый кашель. Эхо от криков косули разносится далеко по лесу. Так самец дает знать соперникам, что эта территория занята. Косули не собираются в большие стада. Обычно группа насчитывает несколько особей. К миграции склонны косули, населяющие засушливые районы, так как животное зависит от наличия водопоев. Потомство самка вынашивает от 5 до 9 месяцев. Период беременности зависит от того, когда самка спарилась с самцом. Если это произошло летом, эмбрион замирает на некоторое время и не развивается. Природа предусмотрела такой механизм для того, чтобы все детеныши родились весной, когда уже тепло и вдоволь пищи для матери. Рождает самка одного-двух оленят. Малыши почти сразу после рождения встают на ножки и уже через пару часов везде следуют за матерью. Косуля – это чистый вегетарианец. В ее рацион входит трава, мох, кора и ветки деревьев, молодые почки и цветы. С удовольствием лакомится она желудями и ягодами. В природе косуля живет примерно 8-10 лет. В неволе срок жизни, как впрочем и у многих животных, увеличивается до 20-25 лет. На этом у нас все. Если вы еще знаете какие-то интересные факты о косуле, можете смело написать их в комментариях. Спасибо за то, что смотрели. Будем рады, если подпишетесь на канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик. До скорого!